ОТВ и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня расскажем историю Вари Нечкиной из Невьянска. У девочки водянка головного мозга, ей необходим аппарат, который обеспечит отток лишней жидкости из головы. Помочь Варе можно, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Куда поехала? На море отдыхать. Четырехлетняя Варя Нечкина мечтает поехать на море, но мечта девочки не может исполниться из-за тяжелой болезни. При рождении у ребенка произошло внутреннее кровоизлияние в головной мозг. Врачам удалось спасти Варю, но у нее пострадали клетки, отвечающие за опорно-двигательный аппарат. И девочка не может ходить самостоятельно. Несмотря на страшный диагноз, Варя остается жизнерадостным ребенком, посещает садик и заводит друзей. Она очень любит играть с другими детками, и детки ее в группе очень любят. Она занимается, на музыкальные занятия ходят, учат стишки, песенки, участвуют везде на праздниках. По детской площадке Варя передвигается только вместе с мамой. Юлия Нечкина помогает дочке залезать в песочницу и кататься на машинках. Умственные способности девочки из-за болезни не пострадали. Ребенок активно развивается, учит стихотворение. И днем, и ночью кот ученый гуляет, в принципе, кругом. Идет налево. Песни заводит. Направо, налево. Направо сказку говорит. Когда Варе исполнился год, врачи установили девочке шунтирующую систему для оттока жидкости из головы. После операции ребенок почувствовал себя лучше. Мама с дочкой посещали курсы реабилитации в местных клиниках. Варя шла на поправку. Но на последнем осмотре врачи выявили неисправность аппарата. Теперь его необходимо заменить. Шунтирующая система, которую установили Варе 3 года назад, не может обеспечить необходимый отток спинномозговой жидкости из головного мозга. Это отрицательно сказывается на здоровье ребенка. Необходимо как можно быстрее заменить в системе клапан на программируемый. Цена шунтирующей системы – 177 333 рубля. Таких денег у семьи Нечкиных нет. Мама одна воспитывает 3 детей. Помочь Варе можете вы. Для этого необходимо отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость – 75 рублей. В ответ придет сообщение с просьбой подтвердить оплату услуги. Если вы не выполните это требование, деньги до Вари не дойдут. Кирилл Челиков, Валентин Саблин, события ОТВ.